Здравствуйте. Пациентки с синдромом поликистозных яичников – это одна из наиболее частых групп пациенток на приеме у репродуктолога. Это генетическое заболевание, которое характеризуется изменением строения яичников, хронической анавуляцией и, как следствие, бесплодием, а также метаболическими расстройствами. Нарушение менструального цикла, хроническая анавуляция, избыточное оволосение, облысение, избыточная масса тела, изменение гормонального профиля, изменение метаболического профиля, то есть изменение показателей крови, а также бесплодие. Диагностика синдрома поликистозных яичников в целом не представляет трудностей и заключается как в сборе жалоб, анамнеза, так и в осмотре пациентки. Основывается также диагностика на исследовании ее гормонального профиля и ультразвуковой характеристики яичников. Лечение синдрома поликистозных яичников представляет достаточно сложную задачу, поскольку в основе этого заболевания лежит генетическая аномалия выработки определенных ферментов, ответственных за метаболизм половых гормонов. Если пациентка заинтересована в репродуктивной функции в наступлении беременности, то чаще всего таким пациенткам проводится индукция овуляции, то есть предлагаются препараты, которые вызывают рост доминантных фолликулов в одном или в обоих яичниках. Если пациентка не заинтересована в реализации репродуктивной функции, то есть она не заинтересована в наступлении беременности, то мы предлагаем различные варианты коррекции ее метаболических нарушений, коррекции инсулинорезистентности, снижение массы тела для того, чтобы снизить риск различных осложнений синдрома поликистозных яичников. Для нормализации менструального цикла женщине могут быть предложены гормональные препараты.